Так, ну вот мы вышли и идем на велофестиваль. Сейчас как раз, я думаю, где он находится, вопрос уже не стоит. Точнее, в какую сторону идти. Я думаю, это будет видно по потоку велосипедистов. Вот такие здесь пробки на мосту. Так, судя по всему, нам туда. Сталин. Так, ну что, я думаю, здесь перейдем. Так. Сейчас, секунду. Нам сейчас нужно повернуть вот направо, налево. Налево. Вон там сколько велосипедистов-то, а? Так. И сейчас, после перекрестка с улицы Каланчевской. Так, с улицы Каланчевской будет, наверное, 5 метров улицы Маши Порываевой. А потом уже следом проспект Академика Сахарова. Вот такое тоже нечасто увидят, что вроде бы улица не заканчивается, но при этом начинается называться, ну, начинает называться по-другому, то есть начинается другое название улицы. К примеру, вот даже если по карте посмотреть, идет улица Маши, а потом улица Сахарова. Вот как-то так. Ну и вот такая обстановка. Уже у нас на горизонте. Дороги перекрыты. Здесь можно, по идее, пройтись. Там что-то стоят. Ждут, как я понимаю, старта. Сейчас я жалею, что у меня с собой велика нету. Сейчас бы покатались. Ладно, продолжим в следующем видео.